такой замечательный плащик. Гендер, сюрприза. Мы туда отправляли письмо. И что? И мы взяли такой плащ. А откуда у тебя такие красивые сапожки? Сапожки мы купили. А сейчас куда вы идете? Идем в обувную. Зачем? Купить маме сапоги. Пойдемте. А папе? И папе тоже. Да папе не надо, идите уже. Чтобы мои родители могли прыгать по лужу и ходить. Ты как свинка Пеппа по лужам ходишь, да? Да. Потому что мне любимый ходить. Делась.